Секрет успеха на экзамене – выучить все билеты, уверена выпускница Ангелина Корсунцева. Девушка не стала полагаться на судьбу и начала работать задолго до экзаменов. И желанные 100 баллов не заставили себя ждать. К экзаменам я готовилась основательно, начала еще в 10 классе. Я каждый день не пропускала ни дня, чтобы что-то не повторить, чтобы что-то новое не узнать и не прочитать. Вот, помимо этого, в школе у нас была замечательная подготовка. Выпускница Марина Мажарова рассчитывала баллов на 90, но любовь к литературе оказалась взаимной на все 100. Конечно, был праздник, но и не ожидали. Я, конечно, рассчитывала на большие баллы, но не думала, что абсолютно все будет так хорошо. 100 баллов – это все-таки действительно неожиданность для меня и для родителей. Пока известны результаты ЕГЭ только по 4 предметам, но число выпускников, получивших высший результат, почти сравнялось с общим числом 100-бальников прошлого года – 84 человека, двое из которых получили высший балл по 2 предметам. Самарские выпускники уже традиционно демонстрируют высокие результаты по русскому языку – 66 человек. На втором месте литература – 14. Увеличилось количество 100-бальных результатов по математике. Сегодняшнее время дарит удивительные возможности для всех вас, уважаемые ребята, потому что изменения, которые происходят в городе, происходят в области, они не могут быть незамеченными, конечно же. Посмотрите, у нас создан научно-исследовательский университет объединенный имени Королева. Он уже в этом году объявил прием, и первые студенты поступят в его стены. У нас начинает строиться Гагарин-центр и много других объектов, и спортивных, и промышленных, в рамках особой экономической зоны, в рамках индустриального парка, которые, конечно, потребуют к себе очень инициативных, очень амбициозных людей. Тот путь, который вы выберете сегодня после 100-бального результата здесь, в школе, я думаю, что он должен быть обязательно прямым и без всяких препятствий. И мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы сделали как можно больше для развития нашего родного города, для того, чтобы в губернии появлялось еще больше всего самого хорошего и того, что нужно сегодня в Самарской области. Среди 100-бальников претенденты на медали за особые успехи в учении. Всего в этом году 709 кандидатов в медалисты. Почти все они поступают в самарские вузы. И только 6 планируют учиться в других городах. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.